Более 300 мероприятий пройдут в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья ко Дню России. В Мытищах будет также организована большая культурная программа. 12 июня с 3 дня в Центральном парке культуры и отдыха все желающие смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах. Состоится праздничный концерт. В 5 вечера в микрорайоне Пироговский в ДК Подмосковья запланирована программа «Я, Россия, тобой живу». В Доме культуры Марфина пройдет показ фильма «Солдатик». В библиотеках, музеи и картинной галереи, начиная с 11 июня, пройдут видеоэкскурсии и мастер-классы. Запланирована большая спортивная программа. Состоятся турниры по футболу, пляжному волейболу, стритболу, соревнования по быстрым шахматам. Организаторы обещают, скучно не будет. Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте администрации.